Приветствую всех на канале. В этом видео будем подкармливать наши томаты калийной подкормкой. И для этого будем использовать минеральное удобрение 3.11.38, где у нас находится 3 азота, 11 фосфора и 38 калия. В прошлом видео мы обрабатывали наши томаты кальциевой селитрой от вершинной гнили. И теперь нам нужно нормализовать питание по калию. Для этого мы и будем использовать данное удобрение. Данное удобрение я беру 2 грамма на литр и поливаю под корень томатов. Развел я удобрение в 7-литровой лейке. Здесь у меня находится 10 томатов, то есть под каждый куст пойдет приблизительно 700 грамм удобрений. Перед тем, как поливать удобрениями, нужно пролить обычной водой. И далее поливаем нашим удобрением помидоры. Вот так пролил томаты удобрением. На данный момент наши растения активно используют калий. А калий у нас является регулятором водного баланса. Поэтому в данной фазе он нам остро необходим. Это сорт Синьорита, томат черри. Красивый томат. Это сорт Ботяня. Большие томаты растут. Это они еще не полностью выросли. Дальше будут больше. Также еще один томат Синьорита. И все остальные томаты здесь растут Ботяня. Сейчас пойду покажу томаты Президент и Ямамото. Томат Президент. Это у нас индетерминантный гибрид. Вот такие у него помидоры. Масса одного 250-300 грамм. В грозди формируют по 5 штук в среднем. Мощный томат. Красивая форма. И хорошие вкусовые качества. А также томат Ямамото. Тоже приблизительно имеет 250-300 грамм. И тоже формирует 5-6 в кисти. То есть, вот такие два томата. Это дорогие семена. Результат, соответственно, такой же. То есть это у нас в этом году самые лучшие томаты. Вот, например, ладонь и помидор. То есть видно, когда хорошие семена, есть хороший результат. На этом у меня, друзья, все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До свидания и всего доброго.